высокий угол, и все, и никого в дропе. А здесь подсадка. Ну, смотри, решили изменить вектор атаки собственной. Авангард, в принципе, пока что в этом моменте угадывают. Джейм, мейн ВП коллектива из Казахстана, россиянин, делает первый фраг для своей команды. Все, флангом пытаются задавить опорную силу. А здесь еще одно АВП, это Жимка. И вот ждут ли этого? Ну, Жимка не палится, долго не попадает первым. У него два соперника за спиной еще. И не справляется абсолютно ни с кем. Единственный фраг от ТВП, вот стартовый, и остается последний, Waterfalls. Тут на нем уже... пол.